Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Луны Тюнес. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Луны Тюнес. Ну что ж, давайте глянем, что у нас здесь. Смотрите, они тут насобирали всяких бонусов. Так, отлично, Сильвестр, давай. Подожди, не то. А вообще-то то все было. Так, иди ищи север. Бани тут у нас тоже развлекается. Так, отлично. Я смотрю, у нас сундучок готов. Интересно, что из него нам выпадет. Деньги, опыт. Да, не айс, конечно же. Ну ладно. Так, Элмер, давай иди дробовик свой чисти. Так, ну и вроде бы как все. Хотя нет, ребята, у нас же здесь еще Сильвестр. Давай, иди. Вяжи лассо. Так, Пиги обязательно надо у него забрать и задание ему дать. Пускай маргаритки свои поливает. И еще один у нас сундук, ребята, готов. Так, что из него выпадет? Деньги, опыт, листочки, бревна, наковальня. Хорошо. Значит, у нас освободились с вами места под новые сейфы. Надо будет это дело исправить. Найти идеальные духи. Иди ищи, француженка. Так, ну что же. Смотрите, у нас тут задание. Забираем. Так, забираем. Отлично. Тут-то что мы можем сделать? Строение, да? Мы можем построить рыночная улица, это для фотографа, а также улучшить домики для Пига и для Пепе, парфюмерию. Ну, я думаю, что лучше нам построить все-таки домик. Вот так вот. Отлично. Что тут, сундучок у нас? Ух ты! Какой-то новенький сундук, ребят, такого я не видел раньше. Давайте его назначаем в банк. Защитников поставим для него. Пускай охраняют. Так, назначаем. Что здесь у нас такое? Забираем, естественно, это все. Еще один, что ли? Да нет, вроде бы ничего нету. А почему он мне пока... О, это что такое? Так, это что-то новенькое, да? Ну, давайте, например... А, это, ребята, что вот они охраняли, они получили свои определенные бонусы за охрану сундуков. Вот так вот. А я думал, что они просто так там стоят. Ничего подобного. Теперь мы это будем знать. Очков у меня, к сожалению, нету. Видите, да? Не могу я отправить на задание. Ну, а этот... Вполне даже. Что у нас здесь? Мы можем с вами кого-то, видимо, улучшить. И это будет, наверное, у меня... Кого бы сделать лучше, а? Даже не знаю. Ну, давайте бани. Так. Повышаем ранг. Отлично. Ух ты, я ему могу сделать новый скилл. Эволюция 2. Заяц снова в деле. Давайте сделаем. Ха-ха. Потом проверим. Дикий заяц. Не хватает буквально 3 листика, ребят, чтобы сделать ему новый этот скилл. Хорошо, ну я также могу еще тут кого-то. Смотрите, Сильвестра. Давайте вот этого Пепе. Посмотрим, что тут у него. Так, да, могу. Настойчивость, пассивный скилл. Хорошо, изучай. Так, Камамбер это следующий будет. Опять же пассивка. Ну и, наверное, поднимем. Ага, поднимем. Нет, поднимем, ребята, все отлично. Бутылочки с опытом у нас есть. Поэтому тратим все. Принимаем. Отлично. Кстати, у нас монеток 1000. Это довольно много.
Также мы можем еще даже сделать. Смотрите-ка. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас. Повысить ранг. Шикарно. Вообще великолепно. Да, самообслуживание. Скилл, к сожалению, мы не можем с вами сделать. Ё-моё, даже у этого Сильвестра тоже можно что-то сделать. Быстрые ноги. Давайте изучим. Отлично, новый скилл будет у нас у Сильвестра Ковбоя. Так, ну и теперь вроде бы как все. Здесь разобрались мы. Задание заберем. Кстати, скоро 7-й уровень мы получим с вами. И давайте крутить рулеточку. Так, подожди, это не та. Вот здесь. Что нам выпадет? Ага, бани. 3 карточки. Еще раз бани. 2. И Сильвестр. Ну что ж, довольно неплохо. Вполне меня это все устраивает. Так, отправить могу отправить. Но все, энергия закончилась на этом. И я думаю, что нам пора с вами отправиться. Подождите секунду. Пиги, ну-ка иди. Поливай маргаритки. Расслабился тут, смотрю. Да елки-палки, вы мне дадите перейти к боям, в конце концов, а? Уж больно быстро вы как-то все это делаете. Давай, иди. Так, Сильвестра отправили. Элмар тут ходит. Иди дробовик свой чисти. И вроде бы как все. Теперь пойдемте, ребята, драться. Опа-на. Давайте. Ого, тут уже какие пошли мощные, вы посмотрите. Давайте вот этого выберем. Так, я беру Сильвестра. Бани возьму. Свинью. И, наверное, даже не знаю, Элмра. Понеслась, как говорится, душа в рай. Сейчас мы будем с ними разбираться. Ну, я думаю, что должны победить, в принципе, без проблем. У меня довольно мощная команда, как вы видите. Так, приступим. Кого бы... Давайте... Я не знаю, что эта бабуля делает, но с виду она очень миленькая. Давайте вот этого койота, наверное, с вами накажем для начала. Так, отлично. Ага, смотри-ка. И... Вот гаденыш, а! Ничего себе он дал! Так, бабушка, не нервируй меня. Что вот эта морковка, интересно, означает? Давайте попробуем. Ага, это подхил. Так, давайте повысим крит. А теперь будем стрелять. Я не знаю, бабуля это мне не очень нравится. Наверное, может быть, вот так вот сделаем провокацию. Томагавком. Опа-на! На Элмара. Так, бабуля, извини, придется немножко кнутом стегануть. Ох ты, смотри! Ничего себе! Элмар, это не твоя ли бабушка-то? Она тоже с дробовиком. А, это, наверное, из мультика это, Красная Шапочка. Хотя, при чем здесь Красная Шапочка? Тут же герои мультиков картун. Так что, по-моему, ее там не было. Вот так вот, бабуля, все, отдыхай. Делаем рикошет, ребята. Потому что нам нужно подхилиться, иначе Элмара сейчас завалят. Шикарно. Нет, он все равно тут бомбит, а? Этот Даффи. Тихо! Ага, из-под тишка. Ну, гаденыш. А ну-ка. Даффи, получай. Нормуль. Подкрепляемся бани. И, наверное, кумарим эту курицу. Ууу, 77, что-то уж больно мало как-то нанесли урона. Элмар и то поболее. Так, давайте быком его добьем, наверное. 397, блин, довольно крепкий, да? Малый. Как я посмотрю, но тем не менее победа наша. И мы получаем с вами 7-й уровень. Поздравляю нас с этим. И мы получаем сундук. Сейчас, естественно, мы его отправим с вами в банк. Вот сюда. Ну что же, шикарно. Выставляем охрану.
Так, так. Давайте вот так. Защищайте. Так, ну и что же у нас получается? Мы получили с вами уровень. Тут, естественно, выполнили они задание. Даффи, давай, иди, восхищайся. Кто у меня тут? Сильвестр. Ну, что у тебя тут? Иди еще север. Так, у нас еще три жетончика, ребята, есть. Сейчас мы с вами будем крутить рулетку, естественно. И смотреть, какие выпадут у нас карты. Давай, иди. Ищи идеальные духи. Ты тут со своими маргаритками тоже. Блин, жалко, нельзя это сделать на автомате. Приходится постоянно на них переключаться и выдавать задания вручную. Так, здесь забираем все. Ну что ж, давайте крутить рулеточку и смотреть. Ага, опять бани. Ладно, хорошо. Следующее. Знак вопроса. Это что такое? Джекпот и... Немножко не понял я, что это было. Две карточки Сильвестра выпало. Три карточки на Элмора. Что-то я с джекпотом немножко не догнал. Но потом все разберемся. Блин, хочу вот эти вот... Когда вот эти вот откроются локации, а, ребят? Кто знает, что нужно для этого? Так, пока мы ничего здесь сделать не сможем, пойдемте повоюем еще. Кого бы выбрать, а? Мне вот эти сундуки, в принципе, с одной стороны, невыгодно открывать, точнее, зарабатывать, потому что у меня нет уже ячеек в банке. Ну, а выбрасывать, естественно, мне их жалко. Так, здесь у нас, смотрите, пес какой-то новый, ковбой, также свинья-ковбой, две даже свиньи. Даже и не знаю, кого. Давайте, наверное, 6000, интересно. Ого, все 10 уровня, нифига, нет. К этим ребятам мы точно не пойдем. Давайте, наверное, вот этих попробуем, а? Я возьму... Так, Банни, Даффи и, наверное... Кстати, Пига надо мне поднять ему уровень. Давайте вот этого Сильвестра посмотрим. Фотографа, в бой. Ну, думаю, что не составит нам труда их разобрать. По крайней мере, я надеюсь на это. Так, с кого бы мне начать, а? Давайте с Элмора, наверное. Быком его. Лови подарок. Хорош. Блин, точно, надо было мне Сильвестра бомбить. Ладно. Даффи, давай, гипнотизируй. Ага, он в ответку дает такой же скилл. Снижает скорость всем. Ясненько, давайте. У Бани мало жизни, надо подкрепиться маленькой морковкой. Так, а здесь у нас, смотрите-ка. Давайте-ка мы вот это сделаем, что это означает? Опять снижение скорости, ё-моё, я думал, будет что-то другое. Ничего себе, ну ты нахал, а? Ну-ка, что это за ботинки? Провокация. Вот это я, наверное, зря, ребята, сделал, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. И у меня этого-то нету. Ай. Ёлки ты палки. У меня даже пига нет с собой, чтобы я смог их подкрепить всех. Вот в чем проблема, ребят. Вот это я опрофанился. Да, не видать ни сундучка. Как вы сами уже догадались. Да хорош тебе, курица, отстань. На, Даффи, я тебя добиваю. Этого мы сейчас курицу тоже добиваем по-быренькому. Так, морковку съедим. И последний, наверное, удар. Нет, смотри-ка, а. Что это такое? Провокация, повышение защиты. Ну, это тебе не понадобится уже. Эх, эх, эх. Да, да, неудачно немножко. И билетиков получил на одну меньше, чем обычно. И опыта меньше получил. И в конце концов я не получил сундука. Обидно. Давай, беги. Так. Элмор, иди дробовик свой чисти.
Интересно, я могу здесь приблизить камеру или нет? Ух ты, могу. Но на приближенной камере плохо видно их всех. Так что лучше на отдаленной будем играть. Что тут такое у меня? Ага, открыть. Ну давайте, ребята, я открою этот ящик за 90 кристаллов. Посмотрим, что это такое. Ого, 1000 монет дали. Магнит. Неплохо довольно-таки, я вам скажу. Награда защитников. Нет наград для защитников. Ладно, хорошо. И у нас тут задание опять очередное. Скоро мы, кстати, на койота накопим. Наверное. Ну, в ближайшее время это точно. Так, давайте вращать. Будем смотреть, что нам достанется. Опа-на. Так, 3 монетки Даффи. Что далее? Элмор. Тоже 3. Кстати, скоро мы сможем его проапать. Если так будет дело дальше продолжаться. Ну, выпадать, я имею в виду карточки, то вполне-вполне. Так, тут, смотрите, все сделали задание. И довольны. Так. Конечно, улучшенные домики в разы лучше приносят нам дроп. Видите, здесь такой слабенький вообще. Можно даже сказать, ни о чем. Опа-на. Фотограф. Что ты хочешь? Ты хочешь... уровень себе поднять? Ну, давай поднимем тебе уровень. 6. Ну, 7 у тебя будет уровень. Отлично. Ага, ослепительный свет. Имеет повышенную на 15% атаку против врагов, на которых действует снижение скорости. Вот так вот, ребята. Вторая эволюция. А третья у нас лети или беги. Это мы потом уже посмотрим. Ну что, пока вроде бы как все, да? Да, здесь все у нас. Так, больше ничего пока сделать не смогу я здесь. Да. Ну что ж, пошлите дальше тогда воевать. Мне вот этот сундучок понравился, если честно. Но я даже не знаю. Ну, давайте... Нет. Эх. И хочется, и колется... Давайте вот с этими вот повоюем. Так, я возьму Спиги с собой, потому что, сами видели, без отхила. Очень круто мы встряли. И, наверное, возьмем Скунса. Так, 5530 силы моей, у силы противника 5034. Ну, перевес в мою сторону все-таки идет. Так, давайте-ка, что тут у нас... будет. Так, вот этого кабана, наверное, надо сразу. Кабана. Кабана. Ну, вы поняли, пса. Сразу ликвидировать. На-ка. Ах ты, елки-палки, он сейчас будет травить нас, ребята. Всех причем. Ну, это ты, конечно, зря, братишка, зря. Так. Нет, это тебе... Смотри, он его... подкрепил. На-ка. Да что такое-то? О, нет, нет. Да ну нафиг, ну ничего себе, а. Так, получи кнутом, а. Вот тебе и раз. Давай-ка мы в ответочку тоже траванем их всех, наверное. Да, всех траванули. Успокойся. Так, я даже не знаю, давайте с сейфом. Так. Блин, эти свиньи уж довольно мощные какие-то. Смотрите, он стрельнул по Скунсу и уже практически его убил. Так, давайте-ка звезданем. Да, без свиньи, конечно, плохо. Не могу подлечиться. Но пока мы и так вроде справляемся. Но сундука опять мне не видать. Обидно. На! Так, Сильвестр, давай кнутом. Кнутом ее. Так, отлично. Ну что ж, победа за нами. Но опять же, 2 звезды. Мало опыта. Мало билетиков. Печалька. Как они быстро сносят-то, а? Блин, мне надо было все-таки
улучшать не Сильвестра, а свинью. Я же хотел поднять уровень. Совсем из головы вылетело. Ну ладно. Как говорится, после драки кулаками не машут. Ну, иди сюда, фотограф ты мой. Что там? Разрекламировать студию. Да, иди, рекламируй. Так, Пепе, что тут у тебя? Иди духи свои ищи идеальные. Так, Пиги. Да, Пиги, конечно, опрокинул я тебя по поводу улучшения. Ну-ка, что здесь у нас выпадет? Ага, Элмар. Еще 6 карточек, и мы сможем его апгрейдить. И Сильвестр. Ну, на Сильвестра очень много надо карточек. Так что пока нам не светит. Пойдемте дальше драться. Так, кого бы взять-то? Давайте вот эту возьмем, а? Я возьму на этот раз довольно сильных персонажей себе. Давайте вот так вот и вот так. Ёлки-палки. Ну, я думаю, должны справиться. Я не взял с собой лекаря. Только лишь из-за того, что свинья у меня слабенькая. Вы сами это видите, знаете. И прекрасно понимаете, к чему это все ведет. А вот Сильвестра надо в первую очередь сносить. Так. Хорош, хорош, ну... Ай, да как так? Вы посмотрите, а? Ничего себе он звезданул. Да, это, конечно, не есть хорошо. Сейчас у меня, по-моему, Сильвестр погибнет. Ну, при чем здесь начинает Даффи? Ой, все, да что ж ты будешь делать-то? Ну, не везет и все, хоть и тресни. Третий бой подряд мы, ребята, с вами проигрываем. Так, Элмар тут придуряется, как всегда. Ну, хорош, только не надо на Даффи. Так, отлично, вроде пронесло. Так, всыпали. А я не могу, нет, провокация стоит, поэтому мне приходится атаковать эту курицу, а? Смотри, какой крепкий. Ну, всыпем сейчас. Отлично. Так, теперь Элмар ставит на себя провокацию. И я не смогу добить Даффи. Ладно. Делаем тогда так. Еще разок сейфом. А теперь кнутом, я надеюсь, мы его добьем. Куда уж там, конечно. Эй, опять он отхиливается. Ну, что ты будешь делать? Ладно, только не насиль... Вообще. Да, поначалу было все намного проще, ребята. Я думал, что игра будет довольно легенькая. Мы так беззаботно ее пройдем. Блин, прошли. Вообще, один персонаж остался. Жесть. Нет, ну так меня не устраивает, ребят. Надо как-то, я не знаю, укрепляться или усиляться. Но надо что-то с этим делать. Мы уже проигрываем, просто-напросто. Кому не лень. Так, давайте. Так, иди, иди, Даффи, не нервируй меня в данный момент. Так, Сильвестр тоже давай по своим делам там маршируй. Всего лишь один раз я могу крутануть. Ну давай, что там выпадет. Карточка на бане, 3. Ладно. Так, Элмар, давай иди ищи наковальню там. Ну что же, я еще разок пойду в бой. Давайте возьмем кого-нибудь тогда послабже, я не знаю. Вот этого. Так, и на этот раз я возьму вот так вот. Возьмем Элмара, возьмем свинью. Возьмем Сильвестра и возьмем, пожалуй... Кого же взять-то лучше, а? Ну давайте баню возьмем. Ну если я и здесь проиграю, вот это будет вообще полный финиш. Ну, я надеюсь, у нас все обойдется. Так. Что там за хлопки? Вот кого тут лучше сейчас, а? Давайте пса, наверное, все-таки начнем. С быка. Полицейский. Ну, хватит. У него, видите, какая тактика? Травит, а потом начинает добивать. Давайте... Вот так сделаем.
Нет, на пиги нельзя ставить провокацию, иначе они его быстренько сейчас закумарят. Смотри, подхил делает, вот гаденыш. Так, это что-то новенькое. Полицейской машиной нагрело. Ладно, хорошо. Так, Элмер, я не знаю, ты сможешь его застрелить или нет? Нет, конечно же нет. Ну все, сейчас Сильвестр его добьет. Отлично. Так, дальше мне нужно отхилиться по-любому, ребята. Так, Баня, у тебя нормально там с жизнями, так что пока не к спеху. Так, вот теперь подлечимся. Ну, уже что-то. Так, давайте-ка, наверное, кнутом добьем Пипе. Получится? Отлично. Так, Элмер, делаешь на себя провокацию. Угу, и... успокойся. Так, наверное, будем все-таки вот этого колбасить. Свинюшку. Потому что он будет сейчас подхиливать, там начнет. Немножко не хватило. Ну, добивай своего сородича. Молодец. Так, теперь мы делаем рикошет, чтобы подхилиться немножко Элмеру. Отлично. И кнутом. Ну, не добиваем, конечно. Но довольно серьезный дамаг наносим. Так, давайте сейфом. Это тебя не спасет, петух. Получи дубинкой. Ну вот, наконец-то три звезды. Довольно хорошо прошли. Ну вот. Так, и получаем с вами сундук. Ну, давайте его, наверное, откроем. Что из него выпадет? Так, деньги, опыт. Ага, вот оно даже как. Так, у нас есть три карточки. Надо открывать, естественно, новые карточки. Давайте. Так, Сильвестр. Четыре карточки выпало на него. Дальше у нас идет Элмер. Так, и кто еще? Опять Элмер. Ну что же, ладно. В принципе, неплохо. Так, у нас выполнено какое-то задание. Надо сейчас будет посмотреть, что здесь. Так, забираем. Угу, все вроде бы хорошо. Так, так. Почему вы не можете сами себя отправить на задание? Я бы просто бы сливки бы с вас брал, а вы бы шли бы сами бы и делали бы свои задания. Нет же, надо постоянно им выдавать. Так, отлично. Так, кто там у нас прячется, а? Ну-ка, иди сюда. Ага, это Сильвестр, он всю север ищет. Ну, не там, где надо. Так, а здесь у нас все, да? Ну, получается, что пока все тихо. Пошлите тогда на очередной бой. Кстати, у меня, ребята, с кристаллами-то совсем туго. 155 штучек всего осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте тогда сделаем с вами еще один бой. Наверное. Так. Давайте вот этого. Нам надо подрастать, а потом уже... Хотя, подождите, ребят, давайте-ка мы сделаем что? Я хотел свинюшку немножко укрепить. Как вы помните. Так, где... Так, ящики, билеты, самоцветы, золото. Не то все. Подождите, а как... Как она у нас укрепляется? Я забыл. А, вот здесь вот. Так, вот свин. Давай поднимем тебе уровень. Как раз есть пробирки опыта для этого. Интересно, до 10 хватит, а? Так, 8, 9. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Хотя, может быть... Нет, буквально маленечко не хватило, 170. Ладно, не жалко. Он достоин этого. Потому что он все-таки у нас лекарь. Да, забираю задание, так. Интересно. И теперь уже идем с вами в бой. Так, кого я там выбирал-то в тот раз? Вот этого, по-моему, да? Так, давай, Сильвестр, Банни. Так, Элмер и Свин. Отлично.
Думаю, сейчас будет все как раз, что надо. Пройти должны с тремя звездами. Хотя, с одной стороны, мне невыгодно, потому что у меня нет места для сундуков. На-ка, получи. Держи, как говорится, быка за рога. Шикарно. Ну, видите, вот одна и та же схема у них, а? Сейчас отравит. Потом свинья, да, будет ходить наверняка. Если успеет, конечно. Добьешь? Нет, наверное, не добьет. Ай, не хватило чуть-чуть буквально. Так, опять этот со своей полицейской машиной. Гаденыш. Ладно, теперь стреляем. Добиваем пса. Успокойся, курица. Так, наверное, мы будем вот этого свинюху добивать. Так, отлично. Смотри, что творит, а. Давайте еще наковальней. Подкрепимся. Тоже подкрепляется, а. Ну, не тут-то было. Сейчас тебе кнутом так. Вот так вот. Так, дальше мы начнем со скунса. 161. Смотри, 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 делает провокацию на себя, да, и при этом он еще укрепил себе защиту. А мы тогда вот так сделаем. Тоже провокацию и сейфом. Так вот сделаем. Крит-удар повысили. Так, Элмар, давай-ка, наверное, тоже на себя провокацию. Посмотрим, что он будет делать. Да хорош, завязывай уже, пипе. Что творит, а? Ладно, давайте добивать быком. Даже не смотри. Так, с сейфом. Ай-яй-яй. Нет, нормально, все пока хорошо. Добиваем свиньей. И теперь кнутом по скунсу. Все, отлично, ребята, прошли. На 3 звезды дают нам сейф. А вот что мне с сейфом делать, я теперь даже и не знаю. Вскрывать его за 90 кристаллов? Жалко, ребята, кристаллы. Ай-яй-яй-яй. Можно выбросить, конечно. Слушайте, давайте, не... давайте выбросим его, а. Тем более, это простой ящик. Вот. Так, давайте крутанем рулетку с вами. Может, кто-нибудь выпадет? О, охотник. Потом кто? Банни. И последний — Сильвестр. Ну что же. Нет, не надо мне ничего покупать. Этого мне пока достаточно. Давай мы отправим. Главное, чтобы у меня открылись те сундуки, которые сейчас стоят в ячейках, чтобы я мог уже следующий зарабатывать и туда ставить. А то за кристаллы, сами понимаете, покупать совсем невыгодно. Ну, конечно, я не ожидал, что в этой игре я смогу так проиграть нелепо. Причем 2 или 3 раза. Разнесли меня тут в пух и прах, да? Ну, пускай пока радуются. Все, вроде бы я всех отправил на задание, да? Вроде бы как да. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все, всем пока и до скорого.